Есть те, которые находятся на... Оскорбил священника, пойдешь в тюрьму. Радикальную идею для сквернословов предложил скандальный депутат Виталий Милонов. Парламентарий предлагает внести поправки в Уголовный кодекс. Любые необоснованные нападки и оскорбления в адрес священнослужителей и глав религиозных течений, традиционных для России, Милонов предлагает приравнять к экстремизму или еще лучше к посягательству на конституционный строй. Оскорбление главы религиозного течения, будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм, для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением. В некоторых случаях такое злонамеренное действие даже может спровоцировать гражданское неповиновение или беспорядки.